Сейчас и посеем первое поле. Ночью, в ночь. Так, это уже мое поле, хотя я его не покупал еще. В бонус, в подарок дали. Эй. Так, ладно. Камеру отдалим. Странно, что вырезался, вроде спереди нет ничего. Да, такой же плуг, как фарминг симулятор в начале. Точно не скажу, может он немного шире или короче он, конечно, но пока вроде один в один. Так что у нас нужно развернуть его. Так, и опустить. И все, что ли? Можно пахать. Ага, назад он не едет с опущенным. Ладно, то как-то не сначала начал. Так, спахать поле. Это надолго. Это, мне кажется, очень надолго. Поле-то большое. Ну, придется немного опять перематывать тогда. Так, ну, пашка, вспахивание поля первоначальным трактором, первоначальным плугом, даже такого маленького, это, конечно, занятие достаточно долгое, и надо прям, чтобы игра это нравилась, там, а лучше даже фанатеть от таких игр. Любой другой, мне кажется, вообще выйдет уже из нее где-нибудь на середине поля еще, потому что у меня это минут, наверное, 20 заняло. Вспашка вот этого вот достаточно маленького поля. Как бы задание я уже выполнил, но я так понимаю, что это мое будет поле. Я его допашу до конца. Плюс, чем больше спахано будет, тем больше посею. Соответственно, соберу урожай и заработаю денег. Там лишние 500, там сколько там, 1000. Но мне кажется, они пригодятся еще. Тут не такие уж большие цены, не так много техники, и цены не такие уж и большие. Допустим, фарминг-симулятор, они, насколько я помню, больше. Там, сам дешевый плуг раза в два, наверное, больше стоит, чем здесь. Ну, судить, потому что я там покупал здесь, вот, в магазине. В этой, в поле фарминге. Фарминг-симулятор, конечно, после того, как у меня, я узнал о том, что там вообще можно использовать рабочих, я ни разу сам не пахал поле. Потому что даже вот сколько я в эти игры играю, ну, это очень даже нудно. Лучше бы даже, наверное, я бы сказал, выспаться, прям точно перейдем в поле пахать, потому что на 5 километров в час, на 5 милях в час, ты очень долго ездишь по этому полю, взад, вперед, не меняя, грубо говоря, картинки, уже даже расцвело, а мы все пашем и пашем. Ну, наконец-то кончилось это дело. Так, сворачиваем сеялку. И под навес ее. Он ее не бросает. Кстати, фарминг симулятор он бы ее просто бросил. Потом просто бы как-то землю на ее поднял, подцепил. Здесь он плавно, вот нажимаешь отцепить, он плавно опускает ее, ставит на подножку, только потом отцепляет. Так, семена. Семена, семена, семена. А, вот они прямо семена и есть. Вырезался, я думаю, что почему не нету, не появляется пшеница. Надо загрузить. Ну, надеюсь, здесь немного будет побыстрее это все. Потому что пахать это было очень долго, я бы сказал. Очень много я видео перемотал. Что это несерьезно так долго кататься взад-вперед. Ну да, здесь шире она получается, больше сеет и едет не 5 километров, не 5 миль в час, а уже хотя бы 7. Достаточно весомая разница. Хотя в том же фарминг симуляторе, допустим, первоначальные там сеялки, они там едут хотя бы 15-17, по-моему, километров в час. Даже если брать то, что это мили,
в 1 миле и 1,6 км в час. То есть 7 миль против... 7 миль это сколько у нас там? Ну, грубо говоря, 10 км в час. Все равно почти в 2 раза быстрее. Фарминг шумета в 2 раза быстрее сейлки, чем здесь. Что-то я куда-то в крик пошел, ну ладно. Не смертельно. Сколько я только 5% посеял. Придется опять мотать. Ну, что-то у меня все в кривь и в кось. Да, конечно, пассив занимает меньше времени, чем вспашка, но тоже вырезать придется даже достаточно много. Так, задание мы выполнили. Перевести 17137 фунтов пшеницы в амбар. Это с какого, интересно, поля? С этого или... Так, стоп, а сет... А то поле я не сеял, значит, мне с этого поля придется переводить. Ждать, пока оно взойдет здесь. А еще перед этим полить надо. Поливать, я так понимаю, это надо с бочки той, которую я покупал с цистерны, которая у нас стоит сейчас в магазине. То есть опять не пойму, куда ехать. Вот. Было бы хорошо, если бы уже был бы рабочий. Я бы сейчас отправил его посеять, пока сам бы поехал за цистерной, съездил бы, привез бы воды. Следом бы за ним уже поехал с водичкой поливать. Но рабочего пока у нас нету. Беда, печаль. Вот, кстати, не обращал внимания ни по технике, ни так вообще не смотрел, есть ли здесь лесозаготовка, как фарминг симулятор. Вроде здесь возможностей тоже очень много, но вот лесозаготовки я как-то не замечал. Либо не смотрел, не видел. Может, что-то еще где-то откроется, но это мы сейчас посмотрим со временем. По ходе прохождения игры компании буду узнавать, что тут есть, заодно выкладывать, показывать. Потому что, ну, для кто-то не играл в эти игры, для них тяжело разобраться, что такое сеять, что такое пахать и как это делать, почему он делает так, а не так, как ему хотелось бы. Так, полить поле. Полить поле, вот, кстати, я играл, когда пробовал первый раз играть, у меня начало там всходить уже все, когда я начал поливать его. И, блин, это очень даже неудобно, потому что там становится вообще не видно, что ты и куда делаешь. Что ты льешь, куда ты льешь, точнее. Где-то уже обработал водой, где полил, где не полил. Так, ну это уже оставим на следующее видео.